Мне кажется, самые храбрые – это 3 богатыря. Давай с тобой составим план, что нужно делать каждый день, чтобы быть храбрым. Всякие там прыги с парашютом, с горы кататься. Которые не боятся заступаться за кого-нибудь. Угу. Которые могут помочь в беде, ну, в какой-то сложной. Видите вы какую-нибудь собачку брошенную? Угу. Подойдете к ней, поможете? Или забоитесь, что она вас укусит? Иногда подойду. Храбрый, вот у меня в школе есть друг, его зовут Артем, и он тоже очень храбрый там. Ну, у нас тут есть такая типа банда, и мы тут все храбрые. Тут, ну, девочки у нас здесь тоже есть храбрые. Каждый день покорять, что ты в тот раз не смог. Есть, что ты не мог есть, например, медузу. Ну, Человек-паук. Как вариант, еще кто? Супермен. Почему они храбрые? Ну, потому что они всегда приходят на помощь. Кто храбрый? Добрый Никитич. Так, а почему? Ну, потому что они покоряли мир, не боялись ничего. Ну, представь такую ситуацию, приведи пример, когда храбрый... Если кто-нибудь тонет, и храбрый человек за ним поплывет и принесет его обратно на берег маме. А я думаю, что Гарри Поттер, потому что ничего не боится. Был фильм «Гарри Поттер и Кубок огня», там в лабиринте, там зеленом, там были всякие ловушки. Он побоялся и дошел, но не взял кубок. Когда качество этого в людях появляется, например? Оно с рождения, может да. быть? Да. Каждый новенький! Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него.